какой. Че? Смотрите какой. А что там? Сороконожка. Ой, посмотрите какой, страшно. А, это сороконожка. Мальчики, скажите, пожалуйста, что вы делаете? Правильно, возле церкви, молодцы. С бабушкой, да? Да. А в какой класс вы ходите? Девятый. Девятый? О, и шестой, хорошо. Даша в шестой, да? А они двойняшки. Они двойняшки, а они похожи, да? Очень похожи. И шесть соседей наши возле храма. Спасибо, Господи, вас, дети, что вы пришли. Я вам очень благодарна. А вы выбрасываете туда, через дорогу, да? Да. А, хорошо. Вы в ящик там. Угу. Контейнер. Люди красят лавочки. Ходи. Мы 120 тысяч штучек убрали. Молодцы, детки. Видите, как все теперь, все чистота возле храма. Дорогие братья и сестры, вот входные двери красим. Конечно, будем их менять. Боже, красим, чтобы было все красиво. Ребята, расскажите, что вы сегодня делали? Мы сегодня убирали траву. Вы копали? Брали мешки, туда сложили и мусорную баку возили. Да. А ты что делала сегодня? Я ей помогала. Вот, дорогие братья и сестры, видите, дети нам помогли. Уже буду ходить в воскресную школу. Придешь в воскресную школу? Да. Даша, будет, придешь в школу? Да. Все, у нас будет уже семеро. Да. Да. Дети трудятся, алтарь красится. Рафим, принеси еще один собой. Покрасили входные двери. Сейчас хочу вот это покрасить. Вот это, видите? Чтобы красиво сделать его. Вот это покрасим его. А нам обещал мужчина в субботу завтра прийти вот это делать. Вот это заделает. За храм. Очень переживаем, что нам покрасить, чтобы вынести вот те же леса. Если Господь поможет вот это сделать, вот это все. Очень переживаем. Красим вот лавочку, вот это черные кованые. Ну как у вас получается хоть? Ну вот тут начинала тренироваться, часто тут уже вроде получше. Тут просто это загиб, поэтому надо вот интенсивнее, иначе оно не прокрашивается. Ну белым еще раз придется ее скрыть. Еще раз белое. Кстати, дорогие братья и сестры, мы переживаем так за этот храм. Мы просто живем этим храмом, мы дышим этим храмом. Мы переживаем и думаем с батюшкой, как его сделать, как его покрасить, чтобы его лучше было. Помолитесь за нас все, чтобы Господь управил, чтобы... Должны рабочие прийти, купол сделать. Там высота такая большая, не каждый хочет туда залезать. Потому что это же очень высоко, это не каждый туда полезет. Вот, дорогие братья и сестры, чистим вот с этой стороны уже двери. Вот тут двери будут красивее, батюшка. Ну что, получается? Потихоньку. Молодцы. Красим уже левую сторону двери. С той стороны вчера покрасим, с этой стороны сегодня. Еще осталось нас уже выкрасили таких. Три банки, еще одна у нас осталась. Знаете, у меня одна женщина спрашивает, а ворота, кажется, говорит, вы не докрасили, что краска закончилась. Нет, дорогие братья и сестры, краска есть, рук не хватает. Так что приходите, приглашаю вас всех. Рук не хватает. Боже, помощь. Двери красивые стали, как новые, радостно смотреть. Еще нам нужно покрасить ворота при входе, и еще нужно вот это все зашпаклевать и все покрасить и сделать. Еще нужно ступеньки сделать и весь храм нужно сделать. И не все, еще ворота мне остались, еще ворота покрасить. Еще осталось, конечно,
вот это все косили, все убрать, вы заметаете, покрасить бордюры. Вот видите, вот это. Осталось нам, дорогие братья и сестры, вот это. Хочу попросить вас всех, дорогие братья и сестры, у кого есть такой маленький трактор, придите нам, скосите, тут еще немножко, видите? Опять вот это все вынесем, чтобы мы уже на следующий год посадили здесь розы. Видите, это все. Вот это все тоже нужно. Прошу, конечно, у вас всех, кто умеет делать ступеньки, пожалуйста, помогите, придите, сделайте нам ступеньки. Это ж храм Божий. А вы просто придите, покажите мне. Я буду делать, я просто не умею. Потому что я ей как положу плитку, наверное.